В преддверии Дня семьи, который отмечается 15 мая, сотрудники службы ДПС решили провести небольшой экзамен для самых маленьких участников дорожного движения. В Национальном конном парке «Русик», где проходил фестиваль пирогов, собрались родители с детьми. У них и проверили знания ПДД. Экзамен был представлен в форме викторины. За правильные ответы ребята получали призы, светоотражающие жилеты и наклейки. Результаты экзамена показали хороший уровень знаний правил дорожного движения. Основное количество детишек знают правила дорожного движения, с удовольствием участвовали сегодня в эстафетках всевозможных, конкурсах, викторинках. И, ну, самое, наверное, благодатное население и самое внимательное – это дети, от которых получаешь просто удовольствие. Сотрудники ДПС также рассказали ребятам о правилах перевозки детей в удерживающих устройствах. С интересом слушали и родители.